Клубника. Для пошива клубники мне понадобятся две заготовки из красного и зеленого фетра. Примерно так они будут располагаться друг на друге. Зеленую часть я пришью красной, но прежде нашей клубнички я сделаю крапинки. Их я буду вышивать желтыми нитками. Крапинки я вышила, покажу поближе. Следующим этапом я буду пришивать зеленую деталь красной. Пришивать буду на швейной машинке. Дальше лицевую деталь нашей будущей клубники я располагаю на кусочки красного фетра. Мне понадобится колючая часть липучки. С помощью липучки ягодка будет крепиться к спинке ежика.